Ce opinie aveți în legătură cu înăsprirea amenzilor pentru șoferii ce încalcă norma admisibilă de viteză? Я согласен с этим законом, пускай принимает такие права, чтобы все, все в этом отношении водители этих вот автомобилей должны знать и чувствовать, что пешеходный переход есть пешеходный переход, скорость есть скорость, не должны не превышать и уважать и пешеходов, и других водителей, и все остальное. Вот я так думаю, что это будет намного круче и сильнее, чем раньше был. Într-adevăr, din care motive? Din motivele cele că trebuie să fii, să ai respect de față și de pietoni și însuși de tine. E ca care sunt momentele, asta e normal. De ce nu? Viteza în trafic întotdeauna trebuie să ai siguranță pentru ce și faci. Dar însuși șoferii noștri întotdeauna să le place viteză. Dar мои лимиты. Мне кажется, что это хорошая цель, потому что ужесточение правил приводит к соблюдению их. Конечно, недостаточно просто взять и повысить цены за то, что ты нарушил. Просто, ну, допустим, с 1000 за 3000, потому что ты превысил на 10 километров. Нужно принять какие-то меры, устанавливать камеры и, в принципе, больше заниматься тем, ну, действиями, не просто словами. Недостаточно просто записать на бумажке, что вот теперь уже так. Я считаю, как будучи водителем, я считаю, что это хорошо, что ужесточают штрафы, потому что наш народ нужно воспитывать только системой жестких штрафов, потому что системой лояльности нас не воспитаешь. Так как мы превышаем скорость и превышаем скорость прилично, а правила дорожного движения, они написаны кровью, то мне бы хотелось, чтобы как можно меньше в жизни случалось таких ужасных ситуаций, когда где-то в селе, в городе в каком-то сбивали детей на пешеходах, не на пешеходах. Поэтому лучше пусть, чем жестче правила, больше людей их будет соблюдать, тем меньше каких-то трагических, ужасных случаев будет в нашей стране. То есть я считаю, что это нормально. И должно быть так и быть. Я думаю, что закон о ужесточении штрафов – это довольно-таки хорошо, потому что люди должны ставить себе галочку насчет того, как они едут и с какой скоростью. Если они будут превышать скорость, то они не захотят прощаться со своими деньгами и не захотят как-то иметь проблемы с судом и с законом. Даже лучше было бы, если бы с такой целью закрывали, отбирали права, низ 12-бальной системы, поменьше, чтобы люди не совершили никакого преступления, потому что все дети играют на этих дорогах, и если кто-то превышает скорость, то несчастный случай неизбежен, да и вообще лучше не водить пьяными, не ехать с большой скоростью. Мнение такое, правильно сделали, пускай увеличивают штрафы за то, что они превышают скорость и в городе едут очень с большой скоростью и на переходах даже не останавливаются. Я считаю, это очень справедливо сделали.